Пейзажи, натюрморты и зарисовки наполнены весенним теплом. В Музее истории города Гомеля открылась выставка работ участников клуба «Акварель» Центра социального обслуживания населения Советского района Гомеля. Авторы рисунков – пенсионеры, которые решили попробовать себя в творчестве и выразить свое видение мира с помощью акварельных красок. Там же прошла презентация высшего греческого мастера Светланы Бацуновой. На ней представлено около 40 работ, выполненных в техниках blackwork, гладь, гобеленовый шов и вышивка крестиком. Также мастер использует шитье бисером. Тематика работ разнообразна – пейзажи, портреты и картины известных художников – Да Винчи, Рафаэля, Ван Гога и других. Ой, как мы с тобой уже любились, а же сухи дубы возвелись. В рамках обменных гастролей в Гомеле выступил черниговский ансамбль песни и танца «Сиверские клейноды». Коллектив начал свою деятельность в 2002 году. В его составе вокальная, танцевальная и оркестровая группы, которые раскрывают богатство традиций своего края. Ансамбль воссоздает и аранжирует самобытную музыку и песни, записанные во время фольклорных экспедиций по Северщине. Премьеру рок-комедии «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого показали на сцене Гомельского молодежного театра. Сегодня многие люди живут в вымышленном мире. Они идеализируют его и придуманные образы. И когда реальность не соответствует представлениям, возникает конфликт. Зачем человек создает себе кумира? Как оставаться настоящим в обществе, где нужно постоянно оправдывать ожидания? С этими вопросами сталкивается главная героиня спектакля «Фанатки». Картины галереи Гавриила Ващенко можно увидеть выставку уникальных кукол разных эпох и народов. В своей коллекции на ней представили Анна Страхова из Шклова и минчанка Лариса Матусевич. Антикварные портретные и винтажные куклы, игрушки, кукольная мебель и посуда созданы во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР. Каждый экспонат со своей удивительной историей и судьбой. «Невеста из Гомеля» – фотовыставка женских портретов открылась в Музее истории печати и фотографии в Гомеле. 30 лучших снимков представил автор экспозиции Александр Веснин. Свадебные образы созданы с 2005 по 2013 годы. Каждый снимок хранит в себе историю создания молодой семьи. С помощью различных художественных приемов автор раскрывает внутренний мир невесты, ее чувственность, красоту и настроение. Владимир Спиваков приглашает. С аншлагом в Гомеле прошел концерт знаменитого маэстро и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Выступление состоялось в рамках фестиваля, который в этом году приурочили к двум значимым юбилеям – 75-летию Владимира Спивакова и 40-летию оркестра «Виртуозы Москвы». В программе концерты сюита для флейты с оркестром Баха и серенада для струнных инструментов Чайковского. С культурными новостями региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Марищенко.